Итак, друзья, следующая новость. Новенькую Windows 10 X удалось запустить на старом смартфоне. Оказалось, что новейшая операционная система Microsoft Windows 10 X работает не только на ноутбуках, но и на старых смартфонах. Что интереснее, ее удалось запустить даже на старом Nokia Lumia 950 XL. Время быстро бежит. Помню, когда это был топовый смартфон от Nokia. Установить Windows 10 X на Nokia Lumia 950 X удалось разработчику Густаву Монсе. По его словам, предварительная сборка операционной системы хорошо показала себя масштабирование под разные размеры экрана. Напомним, что Lumia 950 XL был разработан в 2015 году. Устройство получило 5,7-дюймовый дисплей, в нижней части которого разместилась панель задач Windows 10 X. Ну, вот так вот выглядит, друзья, смотрите, да, кстати, в общем-то и неплохо. Энтузиаст отмечает, что Windows 10 X нуждается в доработке, хотя уже сейчас хорошо себя проявила в ситуации с меньшим форм-фактором. Предлагается, что корпорация Microsoft выпустит новейшую операционную систему Windows 10 X уже весной текущего года. Ну что, ждем, друзья. Я люблю официальные версии, поэтому ждем, обязательно установим официальную версию. Ну или предварительную тоже. Вот, но смотрите, у меня на канале есть, как я устанавливаю виртуальные машины Windows 10, Windows 10 X, если кому интересно. Всем пока, до свидания.